Всем привет, дорогие зрители! Сегодня 23 октября. Пришел я на субботний рынок в районе Махмутлар, чтобы показать вам цены на сегодняшний день. Так как курс валюты сильно меняется, это вам будет очень интересно. Время съемки 17:20. Потихоньку темнеет. К вечеру более-менее цены становятся ниже рынка, который утром. Так. Вот здесь миндаль 90 лир. Фасоль, масоль. О, чеснок 25 лир, сельский чеснок. Видите, он красный такой. Так. Граната килограмм 5 лир, авокадо 5 лир. Мандарины 3 кило 10 лир. Это в конце именно улицы, которая соединяется с Атачурком, между вот этим зданием. Тут более-менее сельский товар, сельское, и нормальные цены. Вот сливки 2,5. Типа, по-русски, по-турски понимаешь? Понимаю. Чем надо помочь? Яйца 1 лира. 1,25 большие, 1 лир маленькие. Это ходячая курица. Есть у них и прыгающая курица, и ходячая курица. Как? Это ходячая курица, они пишут. Яйца от ходячей курицы. Что ходячая? Ну, ходячая, то есть сельская курица. А, я не курю. Курица, курица. А, да, да. Домашняя курица. Домашняя, да? Курица, то есть. Да. Одна штука, один. Это сколько стоит? Ну, меня... Один. Один штук, 1 лира. Помогли. Чем смогли. Так. Персики 5 лир. Вот зелень тут. Килограмм чевели стоит там 8 лир. Редиска красная 5 лир, морковь. Угу. Это драконий гранат, маленькая, одна штука 5 лир. Здесь у нас варенье и настойки. Вот цены. Мед. Мед. Не знаю, каква. Но я мед в основном покупаю в магазине Гюрме, который находится около башни часов. У него 4 килограмма мандарины, 5 лир. По вечерам. Килограмм 8 лир виноград. Яблоко килограмм, 2 килограмма, 5 лир. Ага. Что еще тут есть у нас? Граната здесь 3 лиры. Бананы 8 лир. Помидоры 7 лир. Чем дальше я иду, тем цены уже потихоньку поднимаются. Огурцы 4 лиры. Здесь банана 7,5 лир. Ага, гранат уже 4 лиры. Дыня у нас тут килограмм 3 лиры. Бу 3 лира, маве. Кило 3 лира. Сейчас идем в середину рынка.
зелена 2 лир. Здесь много народа. Сейчас покажу вам цены на молочные товары. Очень вкусный, да? Это неплохо, это вкусно. Дай попробую. Голодный, не кушал. Здесь много всего, можно всего попробовать. Спасибо. А куда вы убегаете? О! Вы же интервью еще не взяли. Здрасте. Здрасте. Как вы поживаете? Ну как поживаете? Без вас скучаю. Я-то вот пришел снять цены. Курс же валют меняется. Да, я знаю. Хочу а сейчас нашим зрителям показать цены. Да, то, что полезно для здоровья. Мы можем рассказать. Давайте нас снимать. Давай снимайте. Вот мы встретили самого замечательного блогера. Не надо, не надо. Ничего не надо. Не надо. Вы знаете все. И за всех. Все, спасибо большое. Почему? Я хочу сказать, что Агася, где лучше всего купить? Вы говорили, где-то какое-то есть место на рынке. На рынке, вот туда идите, там более-менее. Бабушки там более. Через час еще цены немножко. Еще ниже будут? Да. Потому что они уходят домой, они хотят уходить домой, оставлять товар. Лучше не выбрасывать, да. Да, не выбрасывать. А как вообще влияет цена вот за последние там месяц или полтора? Цены меняются на рынке или нет? Меняются, но фрукты я заметил, что виноград стоил 8 лир, сейчас тоже 8 лир. А что поменялось? Молочные поменялись. Они стали дороже? Дороже. А что еще? И то, что производится. Так, хорошо. Хорошо прогоняет. А что это у нас прогоняет? Ничего. Потом увидимся, обсудимся. Так, мы встречаемся сегодня? Сегодня с вами встречаемся. Хорошо. Не забуду, я ничего не забуду. Все. Короче, я жду звонка. Окей. Я вам позвоню. Так, вот видите, там говорят, что почему домой в 11 часов возвращаешься. В 12 часов. Так, помидоры здесь у нас 3 лиры 75 копеек, уже вот такое помятое. Ага, арбуз. Карпуз пятый не когда? 3 лира. Килограмм стоит 3 лиры. Арбуз тоже цены поднялись. Так. Огурцы 3 лиры. 2 килограмма 5 лир. Раз белый гранат, сладкий, кажется, он такой. Стоит 13 лир. Килограмм. Там было 5 лир, но было красное. Здесь красное 7 лир. 2 лиры стоит яблочко у нас. Красное. Так. Вот можно делать соленья. Зеленые помидоры, килограмм 3 лиры. Так, здесь много народа, как всегда. Видите, уже здесь 5 лир для соленья. Помидоры органические, натуральные, сельские, 8 лир. Салат алла качера. 6 лир, вот такие огурцы, маленькие, они вкусные. Это тоже сельское. Без... Так. Помидоры черри, 10 лир. Картошки 3,5. 2 лиры лук. Вот, уже видите, помидор сельский, 10 лир. Чем дальше, тем дороже. 20 лир у нас клубника. Teşekkürler abla, seni de çekeyim. Senin de güzel köy malı şeyler oluyor. Bu mango kaç lira? 50 lira.
Машалла. 50 лир стоит вот это. Верхняя. Килограмм манго. Папайя как лира? Килограмм 30 лир папайя. Спасибо. Груша у нас 5 лир. Такая яблочко 2,5. Другой сорт. Вот так же здесь выжимают натуральный сок. Мераба. Пищен фиатене, когда? 25 лир, 50 лир, 75 лир. Мераба. Какой гранат. Здесь также сидят бабушки в этой стороне. Давай тоже их сниму снова. Айва 4 лиры. Короче, дорогие зрители, вы увидели в основном, какие сегодня цены на рынке. Так что приходите, покупайте и не болейте. Всем пока-пока.